Nè. Эти два единорога решили пожениться сегодня. Я люблю тебя! Боже, это так трогательно! Если нет возражений, то вы можете обменяться кольцами. Кольцо? Точно! А, о боже, где оно? Я уверен, оно было в кармане. Эй, у меня тут ЧП! Я потерял кольцо! Что происходит? А? Ох, боже, у него нет кольца! Постой, я что-нибудь придумаю! А, моя мечта о свадьбе разрушена! Должно же быть хоть что-то. Мои бусы. Дай мне секунду. У меня есть бусины и выпрямитель. Я оберну горячие части выпрямителя бумагой. Теперь выложу бусины в радужную линию и сожму. Вот так. Бусины начинают плавиться. Отлично. А теперь их можно свернуть в кольцо. Красивые получились кольца. Надену их на пальцы. Вот так. Отлично вышло. Идеально подходит. Я просто гений. А теперь спасем свадьбу. Пс. На, держи! Да, поймал! Ого, радужное кольцо! Отлично! Ну вот, я нашел кольцо для тебя. Давай надену. Я же говорил, что не подведу. Ну вот, теперь вы женаты. Свадебная вечеринка! Классная музыка! Так, вода вскипела. Суп скоро будет готов. А, я весь день об этом мечтал. Так вкусно! Теперь посмотрим, что по телеку. Попробую другой канал. Всем привет! Сегодня я покажу вам мой новый дом. Идем скорее! Вот моя комната для вечеринок. Здесь круглые сутки работает диджей. О, уличный диджей! Это так круто! А? Опять что-то с телевизором. Ну, давай! А это мой кабинет с новым компьютером и игровыми приставками. О, да, я круче всех! Чтобы отвлечься от дел, я люблю принять ванну. Вау! Горячо! А когда настает пора ложиться спать, у меня есть особое одеяло. А, не могу больше смотреть. Хотел бы я жить такой жизнью. Теперь придется отмываться от супа. Вот бы мне прикольные ванные бомбочки с пузырями. Потру себя этой жесткой губкой. Да что такое? Теперь еще и мыло уронил. Так, где же мыло? Ага, вот оно. Иди сюда. Я все думаю о этих ярких бомбочках для ванны. Минуточку! Кажется, есть идея. Окей, возьмем пустую миску и немного пищевой соды. Насыпем чуток в миску. Вот, достаточно. Затем добавим лимонной кислоты и кокосового масла. Так будет приятнее. Теперь нужно все это хорошенько взбить. Должно получиться как-то так. Отлично! Здесь большая миска и несколько мисок поменьше. Возьмем пищевые красители, чтобы бомбочки вышли яркими. О, это труднее, чем кажется. Надо еще размешать. Достанем силиконовые формочки. Не забудем и про большую миску. Для нее особая формочка. Переложу порошок в формочки этой ложкой. Хорошо, теперь нужно добавить ярких красок. И нанесем сверху еще слой белого порошка. Вот так. Утрамбуем немножко. И добавим сверху антисептика, чтобы лучше застыло. Замечательно! Можно доставать заготовку из формочки. Готово! Пора испытать мою облачную бомбочку. Это даже круче, чем в той передачи, ведь я сделал все сам. Опустим ее в воду. Ух, классная пена и пузыри. О, круто! А вот и радужные цвета. Так приятно на это смотреть. Теперь я рад, что пролил суп. Какой чудесный день! Мне не терпится взглянуть на работы наших участников. О, а вот и первая конкурсантка с ее блюдом. Ну что ж, покажите нам свое творение. Конечно, я приготовила мой любимый банановый десерт. Что это такое? Как вы видите, я придаю особое значение сервировке. Я хотела, чтобы цвета дополняли форму лакомства. Тут просто фрукты и конфеты. Вот ваши оценки. Не может быть, вы издеваетесь? Итак, следующий конкурсант. Привет, привет, а вот и я. Рад вас всех видеть. Моя кулинарная одиссея началась еще в молодости. О да, мое блюдо, конечно. Вот оно, мятные маршмеллоу в карамельном соусе. Что?
такое крошечное! Мне отсюда ничего не видно. О, он все еще о чем-то болтает. Как надоело. Что? Это так нечестно. Похоже, ничего интересного сегодня не будет. Со мной все в порядке. Но, может быть, вы просто не поняли мою задумку? Привет! Я пришел на конкурс. Ребенок? Серьезно? Разве он может быть участником? Окей, вот мое блюдо. Ого! Это чудесный радужный торт. Глазам не верю. Сделать радужную глазурь очень просто. Берем глазурь разных цветов и наносим на кусок целлофана. Можно добавить столько цветов, сколько захотите. Вот так. Закончим красивым оттенком фиолетового. Теперь нужно завернуть все в пищевую пленку. Свернем покрепче, но не настолько, чтобы цвета смешались. Хорошо. Теперь отрежем кончик ножницами. Теперь можно поместить это в кулинарный пакет. Отлично. Мы готовы приступить к декору. Прекрасная радужная глазурь. Да, получилось. Так красиво смотрится. Еще немного, и все готово. Теперь нужно добавить немного в середину. Надо постараться для конкурса. Декор должен быть супер. Та-да! Зацените мой тортик. Вам нравится? Как он мог сделать такую красоту? Невероятно! Вот твои оценки. Ура! Что? Это шутка какая-то? Как такое возможно? Почему так долго? Ну уже скорее, мои волосы смотрятся идеально. Это просто ужасно. Еда налипла на брекеты. Такую точно не повесишь на стенку. Вот почему надо чаще чистить зубы. Нужно, чтобы они сияли. Голливудская улыбка готова. Кому нужна эта фотосессия? Кого я обманываю? Я хочу выглядеть красиво. Обними меня. Мы знакомы? Окей. Я не люблю улыбаться. Вышел полный отстой. Спасибо. Мне это было нужно. Ты что, перепутала мой свитер с носовым платком? Серьезно? Как противно. Ты следующая. Заходи. Это просто фотография. А это идея. Эй, не тронь мою лапшу. Что? Да нет, мне ложка нужна. Спасибо. Зачем ей ложка? Ты всех ждать заставила. Почему у тебя ложка? Камера у тебя не дешевая, но ее нужно прокачать. Наденем несколько резинок на объектив. Теперь проденем в них ложку. Осторожнее, не повредите камеру. Разместим еще две ложки по краям объектива. Вот так. Все готово для фото крупным планом. Что? Это невероятно! Не забудь снять меня с лучшего ракурса. Какая хорошая лапша. Все отлично сработало. Вот, держи ложку. Ладно. Книжка такая интересная. Мэдисон, зацени. У меня столько лайков. Впечатляет. Так завидно. Но я ей покажу. Куда она пошла? Эй, интересно, в чем дело? Чувствую себя глупо, но это будет эпично. Вау. Что она делает? Как вам эти движения? Смотреть стыдно. Мне надо больше лайков. Это должно сработать, верно? Пожалуйста, хватит. Признайся, это круто. Можно посмотреть? О, мой ролик уже завирусился. Все, оставь меня в покое. Я должна это увидеть. Не тронь. Ау. Ха, идеальное преступление. Посмотрим, сколько у нее лайков. Ноль? Реально? Эй, ты чего? Отдай. Мне нужны просмотры. Как это сделать? О, знаю. Возьму iPad и стакан. Включу клип с фейерверком и сниму через стекло. Готово. Погляди-ка. Вау, и правда круто. Давай сделаем что-нибудь вместе.
Так намного веселее. Юху! Давайте сделаем групповой снимок. Селфи! Мы тут типа заняты. Я играю в игру. Ну же, ребята. Извините, подвиньтесь. Идем скорее. О, вот так хорошо. Эй! Пошли! Что здесь творится? Улыбаемся. Все уместились. Встаньте плотнее. Может, если я подвинусь сюда? Присядь. Я не поместилась. Мне надоело. Это просто смешно. Народ, в чем дело? Вернитесь, мне почти удалось. Вау, как ярко. О, я кое-что забыла. Оставлю зеркало здесь. Как раз то, что мне нужно. Одолжу ненадолго. Ребята, идите сюда. О, нет, опять. Держи вот это. Готовы? Улыбочку. Выглядит неплохо. Этот чемодан сделан из чистого золота и серебра. Из самых эксклюзивных Simple Dimple'ов. Это так круто! Я знаю, что ты завидуешь. О, как приятно! Я могу делать это весь день. Это так весело. Кажется, и правда весело. Ты еще не все видела. Смотри, что будет, если добавить блестки. Насыплю их прямо в пузырьки. Думаю, достаточно. А теперь надавим. Невероятно! Надо всегда носить это с собой. Ты смотришь? Сделай еще раз. Поехали. Серебряный. Мой второй любимый цвет после золотого. Ю-ху! И еще разочек. Это так весело. У меня дома своя комната с блестками. Какая везучая. А это что? Может, этот кусок бумаги поможет мне повеселиться? Положите лист бумаги на плоскую поверхность. Затем возьмите скотч и обведите его карандашом. Уберите скотч и нарисуйте фломастером смайлик. Выберите свой любимый. Не забудьте добавить детали и раскрасить, чтобы все выглядело красиво. Аккуратно вырежьте круг из бумаги. Сделайте надрез в верхней части. Согните края внахлёст, чтобы бумажка выстреливала. И закрепите скотчем. Сделайте восьмерку из бумаги. Вырежьте серединки, а сверху положите смайлики. Положите еще одну восьмерку поверх них и приклейте ее с помощью скотча. У меня получился Simple Dimple. И он отлично работает. Веселый? Грустный. Эй, а это классная идея. Как я выгляжу? Нелепо. Мне нравится. Это мне не нужно. Это не то. Не-а. Продолжай в том же духе. Да. Ага. От богатства ужасно хочется пить. А это интересно. Я могу это как-то использовать? Эта палочка от мороженого может пригодиться. У меня есть идея. Заполняем форму водой. Затем добавляем пищевой краситель. Хорошенько размешаем. Заполните водой и красителем каждую секцию формочки. Затем вставьте палочку от мороженого в каждый сектор и закиньте все в морозилку. Нужно только дождаться, пока все застынет. Выглядит супер! Мне не терпится их попробовать. Только они не для еды, а для рисования на бумаге. Первым делом нарисую круг. А теперь несколько линий вокруг. И немного угощения для меня. Как вкусно! Что ты делаешь? Ты никогда не ела леденец? Попробуй! А почему бы и нет? Я всегда была творческим человеком. Милое воздушное облачко. А что, если немножко лизнуть? О, вкусно! О, погоди! Давай запьем все газировкой. Ого, спасибо! Пахнет вкусно! Знаю! Возьмите пустую стеклянную миску. Насыпьте в нее желатин и залейте газировкой. Желатина берите немного. Теперь перемешаем. Мешайте до тех пор, пока желатин не растворится. Теперь заполним этой жидкостью шприц.
Далее вам понадобится чистая игрушка Pop-It. Заполним Pop-It этой смесью с газировкой. Аккуратно заполните все пузырьки, чтобы смесь не пролилась. Дайте смеси застыть. В результате у вас получится вкусное угощение. Что скажешь? Ого! Выглядит круто! Угощайся! Уже не терпится попробовать! Вкуснятина! Здравствуйте! Вечеринка? Смотри, что нам принесли! Нужно прийти в костюме! Начнем готовиться! Идем! Лучше всего начать с плотной тональной основы. Эй, совсем не красит! Я выгляжу абсолютно так же! Ничего не выходит! Нельзя идти на вечеринку в таком виде! Вот бы мне косметику таких цветов! Кстати, цветными карандашами можно накраситься. Да, просто оставьте их в воде. Они станут мягкими. Добавим цвета. Теперь цвет легко наносится. Затем розовый. Цветов может быть сколько угодно. Почти готово. Получается целая радуга. А в конце давайте нарисуем стрелку. Глаза должны быть одинаковыми. Что скажете? Классная идея, да? Осталось только нарядиться. Идея! Радужная красотка! Так, пора готовиться к вечеринке. Здесь должно что-то подойти. А-а-а! Моя одежда совершенно не подходит. Нет, тоже нет. Откуда вообще это? Эй! О нет, как ты? Успокойся. Должно же быть хоть что-то. Колготки в сеточку? И что? Нужно мыслить нестандартно. Ладно, еще один важный момент. Сеточка создаст эффект чешуи. Нанесите голубой на скулы. И фиолетовый на губы. Снимите колготки и наслаждайтесь результатом. Так гораздо лучше. Готовы зажигать? Вперед! Идем! Как же здесь классно! О, какой у вас макияж! Супер! Все на нас смотрят. Даже диджей. А, милый. Нужно так наряжаться каждый день. Подвинься, Пикассо. Джина здесь великий художник. Эта игра сложнее, чем кажется. А? Мне не до сообщений. О, хорошо. О! Не сейчас. Уйдите. Дэвид здесь? Совсем забыла из игры. Нужно собираться. А? Странно. Нужен легкий макияж. Немного розового. Это что, прыщ? Какой огромный! Уйди, мерзкая штука! Гадость! Мне нельзя так идти! Прыщи меня совершенно не волнуют. Я уродина! Эй! Краски Джины. Какие у нее получаются цвета. Здорово, да? Ты подала мне идею. Я нарисую свой шедевр. Мне понадобится корректор и зеленые тени. Я смешаю их в палетке. Нужно совсем немного консилера. Осталось смешать. Воспользуемся кистью. И нанесем на покраснение. Зеленый перекроет красноту. Ого! Искусство рулит. Сработало. Нужно позвонить Дэвиду. Привет. Реализм – классная штука.
99, 100. Идеально. По-моему, я отлично выгляжу. Оу, ты наконец-то дома. Фух, вернулась в целости и сохранности. Беги, Пушок. А как же лапы? Нет! Готовься к столкновению. Пушок, лежать! Кажется, я никуда не иду. Посмотри, что он со мной сделал. А, прости меня, Эва. Должно же быть что-то, что я могу сделать. Вообще-то, у меня отличная идея. Обрежьте кончик сдутого шарика. Затем натяните шарик на лапу собачки. Отлично! Кто хороший мальчик, теперь можно обниматься и не пачкаться. Они такие милые, правда? Я могу сидеть в интернете бесконечно. Но что тогда будет делать бедный Пушок? Чем ты хочешь заняться? О, думаю, ты хочешь играть. Пойдем. Смотри. Пушок, взять. Нет. Не в настроении для этой игрушки. А как насчет этой? Твой любимый мячик. Не хочешь? Это меня огорчает. Ему интересны только его вкусняшки. Не так ли, малыш? Тогда я точно знаю, что делать. Пушок любит лакомства, особенно в сочетании с игрушками. Сделайте прорезь в мячике. Сожмите его и положите внутрь лакомства вашей собаки. Это займет его на какое-то время. Отлично! Готов? Смотри, что у меня есть. Апорт! Работает! Уверена, он чует свои лакомства. Это ненадолго его отвлечет. К тому же это весело. А, это все, что у меня есть? Не думаю, что этого достаточно. Мне нужна работа. Может устроиться докситером? Кажется, у меня нет выбора. Надо попробовать. О, я так нервничаю. Надеюсь, эта собака не кусается. Ау, я пришла присмотреть за вашей собакой. О, привет, малыш. Он моя гордость и радость. Позаботьтесь о нем, хорошо? Оу, мы отлично проведем время. Я вернусь через час. Этого должно хватить. Спасибо. Веди себя хорошо, монстрик. Пока-пока. Увидимся. Мне не терпится с тобой познакомиться. Мы быстро подружимся. Тебе так идет эта прическа? Красота. А вот так танцуют вальс. Они так и не попрощались. О, ну-ну. Эй, кажется, твоя мама звонит. Привет, я еще на работе. Вы не отправите мне фотографию моего малыша? Конечно, секунду. Хоп, улыбочку. Ты не мог бы повернуться? О, так не пойдет. Я не могу это отправить. Оу, идеальная мордочка для фото. Не двигайся. Стой, нет. Это невозможно. Собаки ведь любят сыр, верно? Придумала. Сюда, малыш. Видишь? Да, получилось. Оу, мой малыш выглядит таким счастливым. Умница. Держи лакомство за свои старания. Надо бы набрать водички. Быстро у нас закончилось. Этого должно хватить. Свет просто потрясающий. Я принесла воды, если тебе вдруг интересно. Хоть кому-то не все равно, что мы будем пить. Не забываем прокипятить. А теперь подождем. Скорее бы попробовать. Обожаю ее. Минуточку, только не говорите, что я забыла миску. Есть тут хоть что-то, что мне подойдет?
Стоп! Лим все еще делает селфи? Сэр! Придумала! О, Лим! Выведем твои фото на новый уровень. Приступим! Эй, что ты делаешь? А вообще-то выглядит неплохо. О, какая у тебя круглая голова. Спасибо, что дал мне ей воспользоваться. Окей, пора поесть лапши. И у меня уже есть идеально круглая миска. Аппетит я уже нагуляла. Я бы 10 таких съела. А раз это фольга, она выдержит горячую воду. Лим, хочешь есть? У меня тут лапша, детка. Все благодаря твоей круглой голове. Это надо выложить. Посиди так. Да, круто. Думаю, мы уже близко. Как скажешь. Сколько зелени. Высоко забрались. Оу, облом. Хорошо, что у меня еще много есть. Та-да! О, да! Стоп, а где Лим? Как бы так пройти через эти заросли? Спасибо! О! А! Чуть не застряла! Дошли! Круто, подожди меня! Ты слишком быстро идешь! Сложно поспеть за тобой! Фух, может, сделаем привал? Я не против! Что? О! Утекают, как вода. Нет, мои вкусняшки пропали. Это мой худший кошмар. Ты просто королева драмы. Сейчас мы доберемся до дна пачки. Видите эту ложку? Налейте в нее оливкового масла, затем сахар, добавляем палочку и подогреваем. Выглядит совсем по-другому. Готово! Узнаете? Это же леденец! О, Лиззи, я сделал тебе леденец! Гляди! О, спасибо, ты лучший! Почти все, дорогой! Ты так говорила 20 минут назад! Мы точно пропустим фильм! Идеально! А теперь одеваться! Посмотрим! О, нет! Мне нечего надеть! Это никогда не закончится, да? Нечего, говоришь? А это тогда что? У тебя куча одежды. Это тебе не подходит? Нет, ничего хорошего нет. Но... Тебе бы очки носить. Просто безумие, да? Это мне кое-что напомнило. Да, Кевин позвал на вечеринку. Конечно, иди! Жаль, что Кевин меня не позвал. Я бы хотела потанцевать в этих объятиях. Можно я тоже пойду? Но точно не в таком виде. Оу, я же совсем не накрашена. Я тебе помогу, Эва. У меня столько косметики. Пора краситься. Да? Отлично. Но у меня тоже кое-что есть. Та-дам! О, Эм, вот моя кисточка. Классная, правда? Интересненькая. Но мне больше нравится карандаш. Контуринг просто преображает лицо. Но поначалу выглядит странно. С лбом закончили. Теперь берем оттенок посветлее. Это очень важно. Похоже, будто я рисую лицо, да? А теперь нужно все растушевать. Видишь? Сработало. Вау! Я тоже так хочу. Под скулами, да? Полегче с этим. Ага, под глазами. Ты немного перебарщиваешь. А теперь растушевка, да? Да. Вау. Тебе бы поработать над техникой. А мне кажется, шикарно получилось. Пойдем? Ну, ладно. Привет, Энни! Смотри! Вот Амора! А!
смотри, какой мем нашла. Я еще даже кофе не допила. Наконец-то я могу побыть одна. Рано обрадовалась. Кот на велике. Это же туалет. Спокойно. Пока. Эй, Энни, гляди. Ладно, показывай. Ну смешно же. Ай, да ладно, смешно ведь. Да где же она? Она болтает с Адамом. Подойду к ним. Привет, ребята. Оу, у тебя шнурки развязались. Оу, а я и не заметила. Спасибо. Нет, все мои вещи. Ха-ха-ха, вот умора. Божечки, только не это. Хоть бы они этого не заметили. Это, для подруг. Да что с тобой такое? Это грубо. Я тебе помогу, не переживай. Спасибо. Не за что. Пойдем, я от него устала. Постой, мы же болтали. Облом.